ситуацию в Одессе, где радикалы устроили настоящую бойню. В телефонном интервью журналистам прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Трагедия в Одессе, когда националисты и радикалы... явного попустительства властей, местных властей и попустительства тех, кто считает себя властью в Киеве, заживо сожгли. Безоружных людей. Я подчеркиваю, люди были абсолютно безоружны. Это именно преступление, и власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются прямыми соучастниками этих преступных действий. Практически их руки уже по локоть в крови. По последним данным, погибли 42 человека. Свыше 200 получили ранения. В городе объявлен трехдневный траур.
Пневмный траур.